Конечно. Но это бывает. Это в наше время. Разъясняю ваши права, предусмотренные уголовно-процессуальным законом. Вы имеете право заявить ходатайство, заявить отвод судье, секретарю, прокурору. Имеете право выступать по поводу принесенной апелляционной жалобы. Имеете право выступать в судебных прениях, а также имеете право на последнее слово. После заседания суда апелляционной инстанции вы вправе получить копию решения суда, которое будет изготовлено в течение 3 дней, знакомиться с протоколом судебного заседания, приносить на него замечания тоже в течение 3 дней. Права вам понятны? Да. Объявляется состав апелляционной инстанции и лиц.